Звонок. Это ты? Это кому, блин? Да я не переживаю. Я рыгаю тут. Это. Я рыгаю. Да, улыбается. Вылетел. Довольно. Ага. Пробка вылетела. Пробка как вылетела. Ты вот как раз. Бегу сейчас подбирать. Как собачка. Да, или кошечку. Довольный будешь радоваться. Вроде шутка, знаешь, что у меня дома воткнулся в очко и пошел в магазин. И чё? Ну, он девку попросил воткнуть. А зачем в магазин пошел? Ну, испытать острых ощущений. Ебать, потому что. А как его звали? Ну, Игорь. А, я думал, Влад. Влад не любит дерьмо. Влад даже языки женские туда нет. От очка отгоняю. Я сразу бы. Будто мне хотел. Ну это ж прикольно. Кайфти? Ну да. Ну так-то да. А что может быть еще приятнее? Ну, кроме... Пиздёнка. Ну, это серьезно. Пиздёнка может быть приятнее. А что с ней сделаешь? Я сейчас на пиздёнке сижу. Ну, это сидит и сидит. Да. Влад пиздёнка. Ну и ебать, япончик, конечно. Ты Сашка, Влад? Сашка белый, видишь? Да. Япончик. Я да. Ой. Ну, черепашка-ниндзя. Медленно вообще. Нет, Ну, это... тут больше нельзя. Нет, это все наоборот быстро. Я вот так, прожись. Ого. Любишь? Люблю. Ну, канализация, как там было. Нюх, типа, очко. Пицца есть. Да я пиццу давно ел. Надо будет собраться в канализацию. Зови этого Донателлу, всех там сплинтера. Донателл. Ну да. Вон тебя бьют. Вот это не ты ебашишься. Не, Микеланджело. Тебя хуярит. Да. Видел? Да. Жало тебе не нравится? Нет? Мне не спит? А здесь не могут тронуть. Не, здесь не могут, да. Только там, где ты делаешь. Ну, и еще по дороге. А ты кетчуп любишь? Кого? Кетчуп. Кетчуп раньше ел, сейчас нет. Бля, сейчас кетчуп тоже подорожал. Я раньше... Заебали последнюю неделю какой-то. Мой месяц. А что столько кетчуп? Ты кетчуп, да, ешь? Ну да. Самый хуёвый, ты видел, да, самый хуёвый кетчуп, 70 рублей. А, ты что? Я вообще хуёвый, бля, он по 40 рублей был. 40 рублей, он максимально дрочит. Да, а-ля, а-ля паста, знаешь, с водой, блядь. Да паста это лучше, он прям искусственный, прям такой. Да, вкус. Да, да. Мега хуй. Тоже паста. Я, блядь, боюсь представить, сколько там стоит. А вы говорите на Тейла, блядь, вон как они. У нас камера по 89, блядь. А, ну здесь рублей 200. В ленте. 200 в ленке. Да я не знаю, у вас цены пиздак, конечно, ёбнуться надо. Ну, я думаю, повышать. Вот тебе и Москва. Не Питер, нихуя. О, новый. Что за инфир? Подписывайся, вот получи, хочу получить Ифнир. Партнерку. Ифнир. Ифнир, заходи. Как его? Ифнир. Ифнир. И вот мне не хватает сколько там. Да, главное подпишись на канал, даже если
Опять ты уволил? Да, мне 20. Там мы заебались, мы уже 3 года стримим одну игру, вот эту. Да, 4 подписчика. Да. Как не видишь... Подпишись. Молчит, может, бот? Блин, ну было бы плохо. Может, Найтбот? Да, наверное. Жалко. Да, подписки нет, бот. Я же, блядь, тут. У нас что, даже боты не уважают? Мы уже, Влад, с тобой 3 года стримим. Паки возим. Мне еще сколько? Мне 25 человек. Ну вот. Сколько года? 4. Да, вы 2. Как мне лет? Мой возраст. Ты же говорил, тебе 38. Пиздю. А, да я вчера еще писал. Извини тогда. Я, ну, я раздвигаю ножки. Ну чё, на Эфнир, да, заходи. Ну я вижу, я паки тут вожу. Ну, голду. Эфнир, да, будем же, будем рад. Ну я сам в 4-й день тут. Вот хочу партнерку получить. Пока тяжело. Когда мне будут давать это? Да не, на самом деле, люди приходят новые, ну, в чате что-то пишут, подписываются. А нет, да уж всем готово, блядь, конечно. Не, это не сравнимо. Давно такого не было. Да, да, помнишь, ты тогда готово, я сидел вообще нахуй. Да. Нихуя, там-то кто из игры. А эти же не из игры, ребята. Я же, понимаешь, я из игры ни с кем не общаюсь. А если бы я еще в какой-нибудь гильдии общался, да? Тут же есть какие-нибудь кланы, какая-нибудь хуйня, да? Угу. Ну или даже пока в озере. Ну с кем-то, ну, да, знакомился, то, блядь, еще бы больше. Бля, у меня голда закончилась. Ёптать. Голда? Да, у меня вообще закончилась монета. А как работать сколько? 2600. Блядь, ищу. Имью. Пока в озеро. Чтобы мне дали голду. Чтобы дали голду? Да нет. Просто? Конечно, никто тебе голды не даст. А по... Ну, мне надо 3. Кучка. 3 голды? Новичок? Нет, я уже кров. Я 13 лет играю. Я уже 13 лет играю. Так, у новичка может быть такой трактор? Ты посмотри на это произведение искусства. Это не хуйня какая-то. Миш-миш, няф-няф, мяу-мяу. Это уже серьезно. Домик. Да? Блять, а где взять-то, а? Деньги. Ёбаный сыр, нахуй. Ёбаный сыр такой в мышеловке. Ты видел? Бля, пиздец, центов не хватило. Я в ахуе, блядь, пиздец, мне такого никогда не было. А чё можно продать? Так у тебя очков работы мало, Влад. Ты же все равно не довезёшь, ну не сдашь. А не сдам? Да. А что делать? Ты сколько паков загрузил? Да как не сдал, у меня 700. 700 очков работы у тебя? Да, 770. А, ну сдашь, сдашь. Но у меня 4 пака, но мне не хватает. Бля, ну может у меня на складе есть что-то? Да вряд ли, я уже там все посмотрел. Это Волш, Мири и Водуш.